dear friends, welcome to my channel. Привет, мои дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я расскажу вам про настоящее простое время. Present simple. Настоящее простое время – это действие, которое происходит постоянно с некой периодичностью. Например, every day – каждый день, always – всегда. Often – часто, usually – обычно. Sometimes – иногда, seldom – редко. Эти слова нам показывают, что это настоящее простое время. Несколько примеров нам расскажет моя сестра Настя. I go to school every day. Я хожу в школу каждый день. I always help my mother. Я всегда помогаю маме. При формировании утвердительных предложений нам нужно знать, что окончание S мы добавляем только в третьем лице единственного числа. She drinks coffee. Она пьет кофе. It works well. Это работает хорошо. Здесь есть важное правило, когда глагол заканчивается на шипящие звуки S, SS, CH, SH, X, то добавляется в конце и S. Например, dress – одеваться, dresses. Watch – смотреть, watches. Brush – чистить, brushes. Relax – отдыхать, relaxes. Здесь есть два слова исключения. Их нужно запомнить. Do – делать, does. Go – идти, go. Здесь есть еще одно важное правило. Когда глагол заканчивается на букву Y, перед которой стоит согласная буква, то она меняется на букву I. Например, study – учить, studies. Но если глагол заканчивается на букву Y, перед которой стоит гласная буква, то добавляется буква S. Например, play – играть, plays. Как формировать вопросительные и отрицательные предложения, я расскажу вам в следующем видео. А на сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. See you soon! До встречи!